Good morning! Всем привет! День 3 на карнавале Miracle. Вы на канале Leonardo the Special Boy. Sleepy? Итак, мы готовы идти на завтрак. Официанту, ой, не официанту, а человеку оставили записку благодарности. Thank you very much for doing good service. И цепь, поехали дальше. Свет выключаем? Да. Мы живем, оказывается, в самом углу, в самой свободе. Но самый близкий к ресторану, вот что плюс. Минус. А что? А, минус. То, что только что делать. Кушаем. Кушаем. Пешком? На 9 этаж. А вдруг мы на вот этот? No, let's go. Давайте посмотрим здесь, если что-то предлагается. Итак, завтрак начинается. Люди стоят в очереди. Выбирать, что они будут на breakfast. Здесь у нас масло. Так, полезная каша. Да, бери. Да. Кусок яйца. Само яйцо мы не будем брать, потому что его сильно много. Жареная сосиска. Знаете, какие маленькие? Апельсины. Я возьму с собой. Бананы. О, а здесь пошла мясница. Все такое жареное, зажаренное. Лев, будешь? Что ты будешь? Я возьму это по цейру. Да. Возьмем чуть-чуть бекона. Лучше возьмем. Ну, надо очередь сказать. Да, вот возьмем. Чуть-чуть жареный. Смотрите, что происходит здесь. А здесь кастом омлета. Абсолютно кастом. Обедать будем мы здесь. Сейчас сколько? Садитесь. И будем смотреть с 10 этажа на разбивающийся океан лодкой. Лево, садись сюда. Садись. Эйва! Итак, у нас перед нами вкуснятина. Это что выпить за это? Нет. А влево играет с стаканчиками, да? Что пить? Мне только что сделали качественный омлет. Я, конечно, поставил очередь долго, но меня отвели в другую линию, там сказали, там без очереди. Я пошел в другой конец корабля и мне сделали. Да? Угу. What kind of cheese would you like to have? No cheese. No cheese. Итак, мы собрались. Куда мы собрались? Лево, иди смотри, скажи в камеру. Come here. Мы собрались куда? В бассейн. Мы оделись все в спортивные одежды. Ну, не то, что спортивные, а плавательные. И Лео, и папа, и мама. И идем наверх на 10 этаж смотреть, как там бассейн. Впервые за 3 дня. Всем пока.
Итак, день три или два. Какой это день? После ужина уборку нам предоставили полотенечную жабку. Смотри, Лео. Квак-квак-квак. Квак-квак-квак. Красота. Как это они умеют застилать постель? Ну, не от слова. It's beautiful. Как постельку застелили. Вода продолжает быть расслаблена. Такая, ну, плавная, в смысле. И довольно spacious. Здесь раскладывается еще одна, как вы уже видели, наверное. Очень много места в комнатке, достаточно. Сюда груз, спасательные жилеты. Сюда слаживается одежда и запасные постели. Здесь тоже одежда, гитара. Здесь мама, там Лео. Ну все, пока. Вот, вот они два. Кстати, когда я там лежала, люди смотрели, как дельфины прыгают. И смотрели много. Вон далеко еще раз прыгнул. Мы быстро слишком плывем, но только что мы видели дельфины живущие. Не, мы можем еще видеть, потому что мы там их было очень много, когда я была с. Их, наверное, кормят кораблем, поэтому. Почему-то у нас идет вода на окно. А сами мы чистим зубы. Дорогой зритель, мы выспавшись очень хорошо посмотрели фильм Pearl Harbor. Ночью Лео спал. Лео, ты спал? И вышли в часов 6, хотя мы потеряли один целый час, потому что в Мексике мы отстаем на... Не, спешим. Ну, именно в этом городе, на час. Поэтому, несмотря что у нас еще 5, а здесь уже 6. Решили выйти на улицу. Check outside. To check outside what's going on. Давай, Руч. Под палубой ему нельзя гулять. Вообще, нас уже ждет ресторан. Но мы решили сейчас не пойти, да? Мы решили понаслаждаться красотой, а потом, может быть, может быть, извините. О, смотри, какие романтические. Люди уже романтически кушают, а мы еще нет. Лео принесли пищу. Это джелли бутерброд. Это вот это. Помидорчик, кушай. А что еще мы принесли? И вредные печенья. Лео балдеет от счастья, да? Ты балдеешь? Это как мы. Мама тоже грик салат, но без фиточек. Папа с что? Я весенние роллы. Сегодня мы празднуем 6-летие. И мы посредине Тихого океана нашли розочку. И празднуем праздник. Ну а дальше символическая символ это вот здесь. Сваровская. Компания Сваровская. Ты тоже хочешь, Лео? Лео, открывай с мамой подарок. Открывай. Что это обозначает? Любовь бесконечная. Это бесконечная любовь. Также круг это обозначает family, семья, round, доброта. Ой, зайка, знал бы ли ты это? Может, тебе такие вещи дарить? Так что это символы? Это четвертый. Итак, Аня мне подарила подарок, папе подарила. Леочка, давай, Лео, иди тортик тебе дам. Мама, покажите свой. Спасибо. Вкусовый тортик.
1, 2, and 6. Happy anniversary! Happy birthday to you! Woo! Happy birthday to you! Woo! Happy birthday! Happy birthday! Give love kiss! Happy birthday to you! Thank you very much. Cerdun, Cristi. Yeah, of course. Congratulations. Padul. Thank you very much. You're welcome.